На несколько дней Гжельский государственный университет превратился во дворец искусств. Здесь проходит фестиваль «Синяя птица Гжели». В первый день его проведения ребятам из Центра детского творчества «Тополек» предстояло первыми выступить в номинации «Литературно-музыкальная композиция». Вы участвуете в очень престижном фестивале. Здесь колоссальное количество участников. Вот что вы сейчас испытываете? Очень страшно, но я надеюсь, что все будет хорошо. А мне не страшно. Я выбрала имя «Грустный клоун», соединяя смех и плач. О, зритель, ты не способен, но вместе с этим ты палач. Твой смех погружает злее, чем сотни разъяренных пчел. Но я терплю, ведь вам виднее. Вы зритель, а я актер. А может, это вы актеры? На протяжении всего фестиваля будет работать выставка декоративно-прикладного искусства. Свои работы представили студенты из многих городов Подмосковья и посвятили их юбилею Великой Победы. Они креативные. Они имеют здоровые амбиции для того, чтобы получить хорошую профессию в своей жизни. Они творческие прежде всего. И сегодня у нас очень много экспозиций. То есть выставка декоративно-прикладного творчества, выставка живописи, выставка проектов. Экспозиционная выставка разместилась у нас на 3 этажах. Выставка посвящена этому, работы такие же представлены, и будут номера связаны с этим праздником. Мы считаем, что одна из наших задач университета в целом как раз-таки не только нести знания, но и помнить, и нести память, потому что те поколения, которых мы воспитываем, передать им знания о том, что благодаря победе, благодаря подвигу народа мы сейчас живем в свободной стране с чистым небом над головой и с синей птицей, которая летает в этом небе. В музее Гжельского университета проходила номинация «Художественное слово». 55 участников читали стихи о героях Великой Отечественной войны. В нашем классе умирает Колька, голубятник, спорщик, звездочет. Год назад он дрался на указках, как на шпагах, чем не мушкетер. Но война ему вручила каску. И 12 пуль почти в упор. В последующие дни фестиваля участники, а их более 2000, примут участие в номинациях «Музыкальное исполнение», «Вокальное творчество» и «Хореография». Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Егор Кабанов для программы «Городские вести».